Цыганочка. У дежурной аптеки кареглазая цыганка погадать мне предлагала просто так по 3 рубля. Но в ладонь мою взглянула и сказала: знаешь, парень, ты иди, а я поставлю в церкви свечку за тебя. Что за новость, слышь, в Чайоре, что в цыгане, да и в церкви, да и мне, похоже, повод для печали не искать. Но она тут отвернулась, да слезу с глаз смахнула. Вот тогда-то и решил я про судьбу свою узнать. На возьми любые деньги, хоть осталось слишком мало, ты скажи, за что так тяжко одинокий крест нести? Почему я часто маюсь, словно в скалы поднимаюсь, а потом, сорвавшись в пропасть, так что даже не спасти? Мне ответила цыганка: парень, вроде ты хорош, но растешь, как тополь в поле, не срубить, не подколоть. И не можешь ты влюбиться, даже страсти покориться. Знал ты счастье, а теперь ты как отрезанный ломоть.